пришла на крики попугаев. Чё орём? Чем недовольны? Да, я вас пока закрыла. Потому что за вами надо глаз да глаз. Особенно за вами, мадам молоденькая. Угу. Если я за топу более-менее как-то уверена, то за тебя я не особо уверена. Да, Шиля, не уверена. Что мне с тобой делать? Отпустить вас пока погулять? Вы и так мне сегодня устроили. Кто научил Шилю-то перелазить через препятствия? М? Ладно. Идите пока погуляйте. Но недолго. Пойдете? Угу. Топа на свое любимое место полетел, как обычно. Шилька. Ты что делаешь? Ну, лети, раз хотела куда-то лететь. Забыла, где выход? Забыла, где выход, да? Никак не попадет в выход. О, наконец-то. Лети туда, где топа. Он тебя зовет. А Шиля сидит там. Шиля! Сползай оттуда. Не вынуждай меня туда залазить. Чик-чик, чирик. Нет, один попугай было весело, два еще веселее, ну как же. Вот так и ходишь за ними, потому что она еще маленькая и неизвестно, куда она сейчас попадет и куда она упадет. Приходится за ней следить. Весело. Ну правда, очень весело. Ребят, как видите, она у меня нагулялась, гуляла она у меня около 2 часов по квартире. И я ее никак не ловила, не заставляла ее сесть в клетку. И в итоге они все вместе уже сами пришли в клетку. Поэтому надобность ловить попугая и сажать его обратно в клетку нет. Она не нужна. Они проголодались и сами вернулись в свое жилище. Да? Топа, как обычно, занял свою любимую позу. Шилька тоже сейчас подкрепилась. И тоже села отдыхать, потому что они, ну, налетались. Особенно Шиля, она облетела всю квартиру. Да, теперь надо приводить себя в порядок и отдыхать. Да? Птенчики мои. Мои его птички. Ну, пока не буду закрывать клетку, пускай они осваиваются, зная, что я их буду выпускать. Как топ обычно, у него клетка никогда днем не закрывалась, на ночь только мы его закрывали. И также хочу Шилю приучить, что, в принципе, у вас свободное плавание, пока я дома. Вот. А вечером, конечно же, домой. Так, ну ладно, отдыхайте вечером, еще посмотрим, чем будете вы заниматься. А ребята, также не забывайте, вопрос-ответ скоро будет, задавайте свои вопросики. Задавайте, задавайте, только пишите, чтобы я понимала, что вы хотите узнать этот ответ в видео именно, то есть вопрос-ответ, да, в рубрике, то подписывайте тогда мой вопрос и пишите свой вопрос. Хорошо, ребят? А то я могу просто на автомате отвечать на ваши вопросы, то есть которые вы хотите знать именно сейчас, то есть что-то вам срочно надо узнать. Вот именно так делайте. Мой вопрос, задайте вопрос. Я понимаю, что вы хотите узнать лично ответ в видео. Подхожу очень аккуратно, чтобы не спугнуть наших
попугайчика. Такая милая парочка. Подожди, посидишь, пожалуйста. Смотрите, как это мимишно. Она за ним ухаживает, чухает. Мне кажется, никогда не устану от этого мимишного зрелища. А вам нравится? Ребят, это же так классно. И почему, кстати, так мало пишете все комментарии? Когда я вас спрашиваю, пишите свое мнение. Мне очень важно, чтобы вы мне отвечали. Я хочу видеть, читать. Мне нравится, когда пишут комментарии. Обязательно пишите. Также и лайки не забывайте ставить. Если чем будет больше лайков, рейтинг канала будет подниматься, и у меня будет больше и больше возможностей снимать и делать более качественный контент. Вам же не жалко поставить лайк, а мне он поможет. Ой. Ну давай, потеши меня еще здесь. Подожди, я сейчас крылышки расправлю. Ну да, ну давай. Здесь и здесь. О, да. Еще там за ушком. Да, за ушком. На дворе ночь, пора всем спать, и мои попугайчики тоже успокоились и легли спать. Все, день закончился. Тогда будем прощаться со всеми. Спасибо, что остаетесь с нами. Если понравилось видео, не забудьте поставить лайк, подписаться и оставайтесь с нами, ведь впереди будет не только интересно, но и полезно только для вас. Пока-пока.